Начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Good morning, ladies and gentlemen. Я очень рад сегодня для вас, для всех любителей музыки, прочитать лекцию о фортепиано и о роли фортепиано в жизни композиторов. I'm very glad today to talk about the piano, like the most important instrument for composer. Я буду говорить на русском языке, и уважаемые мои коллеги-переводчики будут переводить. Поэтому я буду говорить коротко, и мы будем слушать русскую речь и английскую. Пожалуйста. I'll speak shortly. And my words will be translated. That's why I will listen both to Russian and English speech. Ну, прежде всего, я хочу представиться. Меня зовут Юрий Богданов. Я пианист концертирующий, я композитор, я профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. My name is Yuri Bogdanov. I am a touring pianist and a composer, and I am a professor at the Gnesin Academy of Music. Фонд «Новые классики» организовал очень, на мой взгляд, интересный проект. A New Classic Foundation made a very interesting project, in my view. Это конкурс композиторов, который собрал около 2000 заявок по всему миру. Это огромное количество. That's the New Classics competition, and we have received over 2,000 applications over the world. И я очень рад, что сегодня много слушателей на этой лекции записалось, более 300 человек. Для меня это большая честь. And I'm very glad to have a lot of listeners today, more than 300 people. It's an honor for me. Я являюсь, как я уже сказал, пианистом. I am a pianist, as I've already mentioned. И я играю на рояле с раннего детства, фактически с 4 лет. And I've been playing a piano since my early childhood. И сочинять музыку я тоже начал в раннем детстве. And I begin to compose music in my early childhood as well. Мой первый педагог была легендарный педагог Советского Союза Анна Даниловна Артобалевская. My first teacher was Anna Danilovna Artsobolevskaya. It was a legendary teacher of the Soviet Union. И Анна Даниловна воспитала целую плеяду великих пианистов. And Anna Danilovna taught a whole player of great pianists. И композиторов тоже. As well as composers. Ну, я перечислю несколько фамилий. Например, Алексей Насеткин, Алексей Любимов, Алексей Головин. I give you some name, like Алексей Насеткин, Алексей Любимов, Алексей Головин. Любовь Тимофеева, Юрий Розен, Владимир Овчинников. Любовь Тимофеева, Юрий Розен. Валерий Писецкий, который сейчас директор Центральной музыкальной школы. Валерий Писецкий, who is nowadays the head of the Central Music School. Евгений Королёв, профессор, он живет в Гамбурге. Евгений Королёв, профессор, he lives in Hamburg. Выдающийся композитор, недавно он, к сожалению, умер, это Сергей Слонимский. A great composer, he passed away recently, Сергей Слонимский. Они все были учениками в детстве Анны Артобалевской. They all were students of Anna Artobolevsky. Анна Артобалевская особенно ценила в детях их воображение, и фантазию. Анна Артобалевская especially appreciated imagination and fantasy in children. И те дети, которые были склонны начинать с детства сочинять музыку, что-то там подбирать, импровизировать, а она советовала им заняться композицией с детства. And she encouraged those children who were inclined to compose since their childhood, she encouraged them to compose. И мне очень в жизни повезло, что фактически уже с 4,5-5 лет я познакомился с замечательным педагогом, которую зовут Татьяна Николаевна Родионова. And I was happy to meet when I was 4 a great teacher Anna Nikolaevna Rodionovna. Татьяна. Татьяна Николаевна. И
Фактически вот таким ребенком я сразу приехал еще до поступления в Центральную музыкальную школу на первый мой урок с Татьяной Николаевной Родионовой. I've had my first lesson with Татьяна Николаевна even before starting to attend the Central Music School. В это время, в возрасте 5 лет, моей любимой музыкой, моим любимым композитором был Шопен. Фредерик Шопен. When I was 5, my favorite composer was Frédéric Chopin. И я особенно любил вальсы Шопена. Especially I liked his waltzes. И когда я начал сочинять музыку, естественно, я начал сочинять вальсы. And when I started to compose, I started to compose waltzes. И я даже могу вам наиграть вот мое первое, фактически одно из первых моих сочинений, вот, которое я написал в возрасте 5-6 лет. Да? Вот я сейчас вам наиграю. И потому что я почему это как бы еще введение в мою лекцию, но тем не менее вам это будет интересно. I can even play my first piece, which is of course a waltz. Приехал на урок к Татьяне Николаевне Родионовой. With this piece, I came to lesson to Татьяна Николаевна Родионова. Естественно, мои родители были в восторге. Of course, my parents were delighted. И я тоже был в восторге. As well as me. И я приехал к Татьяне Николаевне, показал ей эту пьесу, и она сказала: «Боже мой, какой ужас!» And I came to Татьяна Николаевна, showed her this piece, and she said. What an awful piece. Я, конечно, был в шоке. Я надеялся, что меня похвалят. I was shocked, of course, because I wanted my piece to be appreciated. Я спросил, почему? Что вам не понравилось? And I asked why. What is bad about it? А Татьяна Николаевна говорит, да потому что здесь только тоника и доминанта. And Татьяна Николаевна said that there's only tonic and dominant chords. И немножко субдоминанта еще. And a bit of subdominant. И это очень плохо, сказала она. And this is very bad. И вот с этого момента, с возраста пяти лет, я начал сочинять музыку и учиться композиции. And since that moment, since I was 5, I started to compose and to learn how to compose. И с Татьяной Николаевной мы в течение нескольких лет проходили медленно разные аспекты сочинения музыки. Мы говорили про мелодию. And with Татьяна Николаевна, during a few years of my studies, we have studied different aspects of composition, such as melody. Мы говорили про гармонию. Harmony. Про фактуру. Texture. Про форму. Музыкальную форму. Мы говорили про музыкальную фразу. We talked about musical phrasing. Да, про аккомпанемент, про мелодию, и про ритм, и про звук, и про длительности. Melody and accompaniment, sound, rhythm. Например, как развивать мелодию. For example, how to develop a melody. Что такое секвенция. What the sequence is. Что такое вариации. What variations are. И, ну, естественно, что я не могу рассказать вам подробно об этом, но через несколько лет я уже написал, ну, мне было, наверное, лет 9, и я написал пьеску, которая через 40 лет вошла вот в этот альбом, который я недавно издал, детский альбом, это моя музыка, и вот одна пьеса написана в 9 лет, осень. Я вам сейчас ее сыграю. Of course, I can't tell you everything in details, but when I was 9 years old, I have written a piece that was included in my own
In my own set of pieces, which I published recently. Children's album. Children's album. А пьеса называется «Осень», «Autumn». It's called «Autumn». Вот такая пьеска, и она, в ней была поставлена определенная задача, которую поставил вот мой педагог Татьяна Николаевна Родионовна, написать пьесу на ползучей гармонии. My teacher Татьяна Николаевна has set a certain task for me. На ползучей гармонии, вы не перевели. To write a piece using chromatic sequences. То есть, что я поясню, что это значит. Это значит, что, смотрите, внимание. То есть одна нота задерживается или две ноты задерживаются, а другая перемещается, да? One note is paused, it stays in the same place, and other notes move. То есть это просто техническая задача, которая была мне поставлена, и вот появилась такая пьеса «Осень». That's just a technical task that my teacher made me do, and that is... Дальше я продолжал заниматься с Татьяной Николаевной Родионовой, продолжал с ней заниматься, и еще прошло несколько лет, и я написал пьесу, которую я назвал «Прелюдия», и, естественно, мне было тогда 13 лет, и я, конечно, не знал, что через 40 лет Через 40 лет это, ну не через 40, через 35, так скажем, что эта пьеса войдет в другой мой сборник «12 прелюдий», который я тоже недавно вот написал, вот это, этот сборник. И я вам сейчас сыграю эту прелюдию. Вы для чего это делали? Для того, чтобы вы поняли, как усложняется язык. And later on, when I was 13, I composed another piece. It was called a prelude. And 40 years after, it enters my book of preludes. And now I'll play to you that piece for you to understand how my language... Music language. Music language... Develop more difficult, more interesting. Thank you.
Вот, и это мои фактически еще детские сочинения, да? It's my childhood works. Конечно, сегодня я не буду играть всем вам свои сочинения, у нас сегодня другая тема. Я буду вам рассказывать о фортепиано и о роли фортепиано в жизни композиторов. Of course, today I can't play you all of my pieces, and today we will talk about piano and the role of piano in the life of a composer. Но я, зачем я вам это все рассказал и показал? Потому что я хочу сказать, что я начал учиться сочинять именно на фортепиано. But I have shown to you all this because I wanted to say that I started to learn at the piano. И что же это такое за инструмент удивительный, фортепиано? Что это такое? What's an instrument, a piano? Давайте вот подумаем. Я вам сейчас назову имена композиторов. Вот вам назову имена композиторов, да? Давайте. Иоганн Себастьян Бах. I now present you the name of the composers, like Johann Sebastian Bach. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti. Haydn. Haydn. Beethoven. Beethoven. Chopin. Chopin. Liszt. Liszt. Brahms. Brahms. Rachmaninoff. Rachmaninoff. Scriabin. Scriabin. Prokofiev. Prokofiev. Shostakovich. Shostakovich. Bartok. Барток, Хиндемит, Хиндемит, Бриттен, Бриттен и так далее. And so on. Там много, да? A lot of composers. Что общего между этими композиторами? What is in common between all these composers? А общего между ними то, что все они были великолепными клавиристами и пианистами. They were all great pianists and clavierists. Почему клавиристами? Потому что во времена Баха еще фортепиано не было. Why clavierists? Because there wasn't a piano in times of Bach. Да, фортепиано появилось примерно в то же время, что жил Бах, но Бах познакомился с фортепиано только к концу жизни. Piano was invented during the time of Bach's life, but Bach met the piano during his later years. Поэтому Бах был выдающимся клавиристом, то есть органистом. Он играл прекрасно на органе, на клавесине. That's why Bach was a great clavierist. He played organ and harpsichord beautifully. И органистом он был настолько выдающимся, что многие другие органисты приезжали послушать, как же играет на органе Бах. And he was such a great organist that a lot of other organists came to listen how he played the instrument. И особенно им было интересно, как же Бах импровизирует. And of course his improvisations were very interesting. Но тут важно знать разницу, в чем отличается композиция от импровизации. But here you need to know the difference between improvisation and composing. Когда композитор сочинил произведение и записал его нотами на бумаге, и это композиция. When a composer composed a music and put it down at a sheet of paper, it's a composition. А когда он ее сочиняет прямо на ходу, вот сегодня для вас, но не записывает, и потом он ее может забыть. Это импровизация. But when a composer is composing on the spot, and he can forget his own composition, it's not composition, but it's improvisation. И прошу заметить, что великие музыканты прошлого владели в совершенстве и композицией, и импровизацией, и игрой на клавире. And all great musicians of the past could do both improvisation and composing and clavier playing brilliantly. Даже хочу сказать больше. Как правило, выдающиеся композиторы играли не на одном инструменте, а на нескольких инструментах. Например, Бах владел и клавиром, и скрипкой. Moreover, great composers could not only play one instrument, but two or more instruments. For example, Bach could play clavier and also a violin. Моцарт владел и клавиром, и скрипкой. Mozart could play both the clavier and the violin. Постепенно композиторы стали владеть только одним инструментом. Но в основном это был клавир или фортепиано. Gradually the composers started to learn know how to play only one instrument, mostly piano or clavier. Например, Шопен, Лист великолепно владели игрой на фортепиано. For example, Chopin, Liszt were great pianists.
Или, например, Рубинштейн или Рахманинов? Like Rubinstein or Rachmaninoff. Тоже. И я хочу сказать, что, конечно же, вот владение фортепиано и владение импровизацией — это даже не огромный плюс, а это совсем другой уровень мышления. Playing both the piano and being able to improvise, it's not just that's just another level of doing it. Поэтому многие сочинения, во-первых, были написаны специально для фортепиано. Например, если мы возьмем творчество Шопена. That's why a lot of compositions were written especially for piano, like, for example, Chopin's music. Который писал в основном только для фортепиано. Chopin mostly wrote for the piano. Или многие композиторы, которые писали симфонии или оперы, вначале их писали для клавира. То есть, потому что фортепиано — единственный инструмент, который позволяет сыграть симфонию или оперу. Many composers who wrote symphonies or operas and they originally wrote it for the piano, because the piano is the only instrument that lets you play a symphony or an opera. На любом другом инструменте, будь то скрипка или духовой инструмент, да, мы, как правило, можем сыграть только мелодию. On any other instrument, like a violin, we can play only a melody, usually. На фортепиано имеет уникальную возможность изобразить огромное количество голосов. But the piano has a unique opportunity to present a lot of voices. Поэтому рояль часто называют королем инструментов. That's why piano is often called the king of the instruments. И на рояле возможно сыграть любую симфоническую музыку. And you can play any symphonic music on the piano. Что делает рояль, конечно, уникальным инструментом именно для работы композитора. What makes a piano a unique instrument for composer's work? Поэтому я обращаюсь к моим уважаемым коллегам, композиторам, с рекомендацией, да, как можно лучше изучить возможности этого замечательного инструмента рояля. That's why I'm addressing my dear colleagues, the composers, advising them to learn the possibilities of the piano as well as possible. Ну, сейчас я хочу перейти немножко такой исторический экскурс и начать немножко поговорить об эпохе барокко. Об эпохе барокко. Вы знаете, да, что такое эпоха барокко? Да, это как раз та эпоха, в которую творили такие композиторы, как Иоганн Себастьян Бах, например, как Доминико Скарлатти. Пожалуйста. And now I'd like to talk about the Baroque era. You know that in that period such great composers as Bach, Scarlatti created their music. Во Франции это такие композиторы, как Рамо, Филипп Рамо или Куперен. In France it were Philippe Rameau or Couperin. Такие замечательные композиторы, как, например, Скарлатти работали в Италии и в Испании. Such great composers as Scarlatti worked in Italy or Spain. И в этот период эти композиторы сделали очень много для развития клавира. And these composers made a great deal for the development of the clavier. Например, до Баха, да, редко использовался первый палец в игре. For example, composers who lived before Bach rarely used the first finger while playing the piano. Not often. Not often. И уже Бах доказал, что это очень удобно играть всеми пятью пальцами. But Bach proved that it's very comfortable to play with all your five fingers. Например, сонаты Доминико Скарлатти, который жил в одно время с музыкой Баха. И Скарлатти и Бах родились, и Гендель, кстати, и Бах, и Скарлатти родились в 1685 году. Хендел, Бах и Скарлатти were born in the same year. Да, и в 1685 году. In 1685. Да. И вот сейчас даже не все смогут сыграть сонаты Скарлатти, потому что это довольно трудные технические произведения. And nowadays not everybody can play the Scarlatti sonatas. Что,
что говорит о том, что уже в это время технически игра на клавире имела довольно большую сложность. Which demonstrated that even at that time the clavier playing was quite difficult. Но, конечно, вершина игры на клавире — это полифония в то время. But of course the climax of the clavier playing is polyphony. Полифония, особенно когда там 3, 4, 5 голосов. Especially when there are 3, 4, or 5 voices. Поэтому до сих пор, когда учат игре на фортепиано в музыкальных школах по всем мире, да, заставляют обязательно играть произведения, полифонические произведения Баха. To this day, teachers at music school taught their pupils by Bach's polyphony. Потому что это действительно огромная сложность и огромное мастерство уметь показать, как звучит по-разному разные голоса на фортепиано. Because it's very difficult and it demands great mastery to be able to show how different voices sound. Например, если я пою, у меня один голос. А если вы поете, у вас другой голос, правильно? For example, when I am singing, my voice is different from yours when you are singing. На рояле, кажется, все звучит одинаково, да? Потому что рояль — ударный инструмент. But when you're playing the piano, it all sounds the same, because piano is a percussion instrument. Но, тем не менее, музыка Баха настолько всеобъемлющая, что ее можно играть и ударным способом, а можно играть и певучим способом, и это будет совершенно разное впечатление. But Bach music is so embracing that you can play it like percussion and also sing like voice. Например, вот такая моторная музыка Баха, как, например, инвенция фа мажор. Моторная, да? То есть здесь есть присутствует элемент удара. It's a motion-like music with elements of percussions. Да. А какая-нибудь другая, например, фуга, скажем, медленная, я сейчас наиграю, она более звучит гораздо более певуче. His other fugue, which I have just played, is more melodic. И первый пример, и второй пример — это музыка Баха. The first and the second examples are both Bach's music. Но вы видите, насколько это разная музыка. But you have heard that this music is very different. Но тем не менее, и та, и другая музыка играется на фортепиано. But all the same, they are both played at the piano. И играется абсолютно по-разному. But played very differently. Что показывает нам, насколько же неисчерпаемы возможности фортепиано. Which shows us the possibilities of the piano. Даже в музыке композиторов барокко. Even in the music of the baroque composers. Если мы будем говорить о следующей эпохе, а это эпоха классицизма. When we're talking about classicism. Да, например, музыка Моцарта. For example, Mozart's music. Да. То же самое. Это музыка уже, кстати, написанная для фортепиано, потому что уже Моцарт, конечно, знал о существовании фортепиано, и уже фортепиано начало входить в моду, так скажем, вытесняя клавесин.
It's all the same because Mozart knew piano and he wrote many pieces for piano and less pieces for harpsichord. Да, и что, в чем разница? Вы понимаете, да, что на клавесине не было возможности делать crescendo и diminuendo, то есть громче, тише. And you know that on a harpsichord you can't play a crescendo and diminuendo louder or lower. А на уже фортепиано такая возможность, на рояле такая возможность появилась. But the piano gives you such an opportunity. И поэтому, конечно, композиторы стали использовать эти уникальные возможности нового инструмента. That's why the composer were attracted to the new instrument. Да. Также есть еще замечательная такая деталь, как педаль, например. Вот, And the piano has pedals. Да. И вот, например, даже уже у Моцарта, да, предполагалось в каких-то моментах использование педали. Например, в начале фантазии ре минор. И так далее. Потому что дальше, где идет уже тема, Then even Mozart used pedal in his works, such as Fantasia in D minor, which you have just heard. Then you've also heard the main subject without the pedal. Да. И поэтому, конечно, в музыке Бетховена тоже уже предполагалось наличие педали, да? And Beethoven also used pedal. Например, в Лунной сонате. Соната. Поэтому, конечно, рояль расширял свои возможности. Так же, как... Во-первых, я хочу сказать еще вам о том, кто же изобрел фортепиано. I want to tell you who invented the piano. Это был Бартоломео Кристофори. It was Bartolomeo Cristofori. И было это немножко более чем 300 лет назад. It was more than 300 years ago. И с тех пор рояль до сих пор совершенствуется. And the piano becoming more and more perfect. Например, Бетховен, как вы знаете, обладал, ну, так сказать, у него была болезнь, он потерял слух. You know that Beethoven lost his И поэтому он хотел, а он хотел слышать громче вот музыку, и поэтому он заказал специальный инструмент, в котором было по 4 струны. And so Beethoven wanted to hear his music louder, and so he ordered an instrument with 4 strings to play his music louder. А басовых струн было даже по 2. And the instrument had 2 bass strings. И для того, чтобы это тоже как бы специальный такой инструмент был сконструирован для Бетховена. That's a special instrument made especially for Beethoven. Но, естественно, менялись эпохи, и менялись и жанры. Если, например, в музыке композиторов барокко преобладало 2 основных направления, 2. То есть музыка была либо духовная, либо светская. То есть либо она была, прославляла Бога, либо являлась танцевальной. Да? Ну, вот, например, музыка Баха — это либо месса, как пример духовной музыки, либо, скажем, сюита, как пример танцевальный. Times changes and genres changed because in the Baroque music there were two main trends: spiritual music, which glorified God, and chamber music, like, for example, dance music.
Ну, dance music это имеется в виду любая, например, английская сюита или французская сюита? Dance music includes English suites and French suites by Bach. Потому что в этих сюитах были танцевальные номера, например, Алиманда, Куранта, Сарабанда, Гавот, Джига. Those suites included Алиманда, Сарабанда, Гавот, Джига, etc. Да. И именно предполагалось, что это музыка светская, то есть музыка для развлечения. This music was secular, so it was just for entertainment. Entertainment. Да. То, когда появилась другая эпоха, эпоха классицизма, конечно, появились и новые жанры, и трансформировались старые жанры. During classicism, new genres were invented, and old genres were transformed. Например, жанр сонаты очень изменился. For example, the sonata genre has changed drastically. Потому что те сонаты, которые были в эпохе барокко, в основном это были одночасные сонаты. The baroque sonatas were mostly consisted mostly of one part, one movement, only one part, like in Sonata Scarlatti. И когда появилась эпоха классицизма, то сонаты стали, как правило, в трех частях. But classical sonatas have three movements, as usual. А когда появился Бетховен, то даже в четырех частях. And Beethoven composed four movement sonatas. Да, не все, потому что у Бетховена есть и двухчастные сонаты, и трехчастные, и четырехчастные. Not all of Beethoven's sonatas, because he wrote two movement sonatas, three movement sonatas, and four movement sonatas. Но именно в творчестве Бетховена сложился так называемый сонатно-симфонический цикл. But it was in Beethoven's works when sonata-symphonic cycle appeared. И именно этот цикл имел свою структуру. And it has a very strict structure. Как правило, первая часть сонаты была написана в форме сонатное аллегро. The first movement has sonata allegro form. Вторая часть, как правило, была медленная, slow movement. Second. The second was a slow movement. Третья часть, как правило, это был какой-то танцевальный подвижный номер, например, минуэт или какой-то еще. The third movement was a quick danceable movement, like minuet. Или scherzo. Or a scherzo. А третий, финал, как правило, был либо в форме сонатной аллегро опять, либо в форме рондо. And the final can be a rondo or a sonata allegro again. Хотя были исключения. Например, первая часть могла быть в форме вариации. Though the first movement can be a variation. Бетховен очень много работал над сонатной формой. Можно сказать, что он создал эту сонатно-симфонический цикл в том виде, в котором четырехчастный. И Бетховен же его разрушил к концу жизни. Бетховен worked a lot on the sonata cycle. He made the sonata cycle, which we know today, but he was the one to break it. Потому что последние сонаты Бетховена, да, они, во-первых, они большие по размеру очень. Например, 29-я соната «Хаммерклавир». The last Beethoven sonatas last very long, such as the sonata number 29. И Бетховен стал включать в сонатно-симфонический цикл фуги. And Beethoven also has included the fugues in the sonata symphonic cycle. Да. Вы знаете, что последняя соната Бетховена имеет всего две части. The last Beethoven sonata has only two movements. И это уже непропорциональная музыка, потому что, например, вторая часть очень длинная. This music is not proportional, because the second movement is very large. Хотя, безусловно, эта музыка гениальна. Although this music is genius, of course. И я об этом сейчас вам рассказываю, потому что мое мнение, что те люди, которые решили сочинять музыку, и которые решили сочинять музыку на фортепиано, конечно, должны знать историю развитие того инструмента, на котором они решили сочинять музыку, и историю, как же те композиторы прошлого, великие композиторы, сочиняли свою музыку. I'm telling you all this because I believe that a composer who is just starting should know the story of the instrument, and he or she should know how the composers of the past used this instrument. И теперь мы поговорим немножко о другой эпохе, эпохе романтизма. And now we talk about the Romanticism era. Это как раз та самая любимая мной эпоха, потому что я родился уже
как я думаю, романтиком. It's my favorite era because I think I was born a romantic. Я до сих пор люблю музыку Шопена. And I still love Chopin's music. Хотя и теперь я люблю еще и другую всякую музыку. Although I like other music as well nowadays. И Шопен, конечно, для пианистов уникальный композитор. Chopin is a unique composer for pianists. For pianist, потому что он поднял фортепиано на немыслимую высоту, на немыслимый пьедестал, высокий поставил. He raised the piano on unspeakable height. Это один из немногих композиторов, который фактически не сочинял оркестровой музыки. Не сочинял ни симфонии, ни опер. He almost didn't compose either symphonies or operas. И при этом весь мир признает гений Шопена. And with this, all the world admires him. Особенности как мелодиста. His peculiarities as a melodist. Потому что Шопен писал удивительно красивые мелодии. Because Chopin wrote wonderfully beautiful melodies. Опираясь, конечно же, на своих предшественников, на Баха, Моцарта и Беллини. Based on his predecessors like Bach, Mozart or Bellini. Потому что что роднит великих композиторов, многих, особенно мы сейчас говорим о композиторах прошлого. Вот что их роднит? Их роднит многих умение создать красивую мелодию. But what do great composers of past have in common? Of course, they all could write a beautiful melody. Вот давайте я сейчас вам сыграю несколько красивых мелодий композиторов прошлого. I play several beautiful melodies of the composers of the past. Например. Фрагмент Сицилианы Баха. That's a part of Sicilian by Bach. Или, например, вот такая мелодия. Баха — это прелюдия ми бемоль минор из цикла «Хорошо темперированный клавир» первый том. That was Bach's prelude in E flat minor from Bach's well-tempered clavier. Book one. И так далее, да, знаменитые там, например... Это знаменитая ария Баха, да? И так далее. Можно играть музыку Баха бесконечно. Если возьмем, например, Моцарта, да? Если взять Моцарта, да? Далеко не надо ходить. Знаменитая сороковая, начало сороковой симфонии, да? It was the beginning of the 40th symphony by Mozart. Или такая музыка. Начало маленькой ночной серенады. It's the beginning of the Little Night Serenade by Mozart. Или такая замечательная музыка.
средняя часть концерта Моцарта для клавира с оркестром номер 23. That's the second movement of Mozart's concerto for clavier and orchestra, number 23 in A major. Если мы возьмем Бетховена, наверное, все знают эту музыку. Я не буду продолжать, все знают, это к Элизе, да? К Элизе. Но лунную сонату я уже наигрывал сегодня. Финал 17-й сонаты. Целиком, хотя хотелось бы. I have played the Beethoven's To Eliza. Of course, I won't continue because this music is worldwide famous and everybody knows it. Then I have played the Moonlight Sonata a little bit and the final of the Sonata number 17. Одним из первых композиторов романтиков считается Франц Шуберт. Schubert is considered to be one of the first romantic composers. И опять-таки, я думаю, весь мир знает его мелодии Шуберта. And I think all the world knows his mother. Например. Это вечерняя серенада. It's the evening serenade. Да. Или другая музыка не менее известная. Ave Maria. That's famous Ave Maria. Да. Ну, вот, и у Шуберта очень много таких известных мелодий. Вот я, например, очень люблю восьмую симфонию неоконченную. Да, вот такая музыка начинается. Замечательная мелодия, написана для оркестра, и опять-таки обратите внимание, что ее можно сыграть на рояле и за мелодию, и за аккомпанемент, за разные инструменты, да? Что говорит опять-таки о уникальном возможности рояля. Итак, мы подошли к Шопену. Schubert wrote a lot about a lot of wonderful melodies, and I have played the beginning of the symphony number 8, which is one of my favorites, and I have played it on the piano, which also shows the possibilities of this instrument, because you can play any symphony on this instrument. And now we're about to talk about Chopin. Ну, мне кажется, что если вот начать играть любой вальс Шопена, то это божественная мелодия. Например. Thank you.
вальс. Этот вальс, номер 7. I believe that every melody of a Chopin's waltz is just divine, and I have played two famous waltzes by Chopin. Ну, и вот фантазия экспромт, еще третья, да? And the... Я, конечно, не буду сейчас играть по три фрагмента каждого композитора великого, но поверьте, я уже привез массу примеров, что великие композиторы прошлого обладали, были великими мелодистами. Of course, I can't play all the music by all the famous composers, but just trust me that every good composer of the past was a great melodist. А поэтому, говоря о композиторах-романтиках, да, что их отличает от их предшественников в классиках? Композиторы романтики стали смелее гораздо выражать эмоциональное начало именно в исполнении на фортепиано, используя возможности крещендо и диминуэнда, используя возможности изменения силы громкости. But what distinguishes the romantic composers from their predecessors? They started to express emotions more freely using the dynamic possibilities of the piano. А также использование специальной приемы игры, который называется рубато. And using the special technique of playing, which is called rubato. То есть прием игры рубато — это как бы неритмичная, как бы, подчеркиваю, не ритмичная, а как бы неритмичная игра. Like. It's I can translate. What does mean rubato? Rubato, you know, it's kind of playing, but not with strict rhythm. Not more free, more freedom, with freedom, but it's not actually without some structure. No, it's of course the rhythm. Where is the rhythm? Where is the pulse? But rubato. It's you know, the Schumann said that the rubato like the tree, the wind make like this, the как листочки? Leaves. Leaves make also like this, make a little bit right and a little bit left. But the trees in the same way. I mean only leaves. It means that the pulse, the rhythm, there is. But a little bit right, a little bit left. Вот, это я попробовал немножко перевести сам, но мысль я свою выразил. Поэтому если бы мы стали играть музыку того же Шопена, например, но ритмично. Вот представьте себе, что мы играем музыку Шопена ритмично, да? Насколько бы музыка Шопена стала менее выразительной? Ну, например... Это неинтересно. Сравните, насколько интереснее звучит эта музыка рубато. Just imagine playing Chopin's music strictly and rhythmically correct. It would be less expressive, and I have just tried to show you. And then I have played this music using rubato, and it was more interesting. Этим самым я хочу, во-первых, показать, как менялось
как менялось отношение к исполнению того или иного стиля в разные эпохи. Я имею в виду, например, в барокко, в классицизме, в романтизме. And thus, I want to show you how the style of playing the piano have changed during different epochs, like Baroque and Romanticism. Baroque, classicism and romanticism. Baroque, classicism For example. And romanticism. Потому что после, как вы знаете, после эпохи романтизма наступила эпоха импрессионизма музыки. Because after Romanticism happened Impressionism in music. Да, например, самые яркие представители эпохи импрессионизма это французские композиторы. Дебюсси и Равель. And the greatest representatives of the impressionist era were Debussy and Ravel, French composers. Когда наступила эпоха импрессионизма, да, мы можем сравнить, например, чем музыку импрессионистическую с картинами, с живописью, да? And we can compare the music of the impressionism with the pictures of the era. Потому что мы, наверное, все представляем картины Моне, Клода Моне, картины Ренуара, картины Сезанна, Ван Гога, Гогена. Because I think we all know the impressionist paintings. Юлия Александровна, простите, пожалуйста, тут к вам куча вопросов от наших телезрителей. Я хорошо, просто на самом деле, конечно, моя лекция рассчитана на более длительный период, я так думаю, да? Я не могу вместить, я даже не дошел, смотрите. Переведите это. Of course, I would give a longer lecture, but we are running out of time. It's unfortunately, because now I just talk about start. I would like to start to talk about impressionism, Ravel, Debussy. After this, I would like to talk about new classics like Prokofiev, Shostakovich, yes. And of course, it's very interesting to talk about contemporary composer. Contemporary composer, what happened now? Yes, but my colleagues tell me that it's a lot of questions. A lot of questions. No, okay, I will be very glad to answer in all questions, of course. Ну, мне кажется, тут вопрос касается как раз немножко современной музыки. Как вы сами пишете в голове? Нет, сейчас. Этот вопрос тоже обязательно задам. Зачем все-таки композитору владеть фортепиано, ведь есть прекрасные компьютерные программы? Why should a composer be able to play the piano when he has computer programs? Очень хороший вопрос. Very good question. I 100% sure that if we don't read any books, for example, we don't read any books because there is a computer. Why? I don't need to read it. I can see in my iPhone any books, okay? Or for example, I don't need to go to theater. I don't need to concert hall. What for? Beautiful television. I put in my watch. I put in button a watch. Beautiful Metropolitan Opera. Good. It's Musikverein Vienna. Good. The Bolshoi in Moscow. Good. You know what for? So I don't read the book. I don't go in the cine theater. I don't go to the concert hall. Yes, of course. And especially what? But you know this way. To nothing, the way to nothing, because yeah, of course the computer, maybe very often computer don't need us. The computer don't need us because the program maybe more smart than live person, more smart. You understand? But now we talk about personality, about human being, not about the computer. It's my opinion. I just recommend this people to people who ask me the question like this question. Try to do yourself. Try to do make create some pieces not by computer program, but yourself, because it's develop the mind. It's develop your feeling. Develop everything.
Я думаю, что все по-русски поняли, что я сказал, поэтому мы не будем переводить. Давайте следующий вопрос. Вот который я начала. Как вы сами пишете? В голове, за столом, за роялем, за компьютером? Да. Переведите вопрос на английский. How do you write music? Do you write it while sitting besides a sitting by a table, or in your head, or do you write it by the piano, or in by the computer? I start to create my melody by my mind. So I don't need nothing. То есть я пишу, начинаю писать музыку в голове и сочиняю в голове. Но это только первый этап работы. Это первый этап работы. That's the first stage of my work. Когда я хочу положить произведение на ноты, записать его нотами. When I want to write down the piece I'm composing. Я сажусь за рояль. I go to the piano. Потому что я хочу услышать какие-то определенные сочетания, может быть, там 7 звуков одновременно, или 9 звуков одновременно, или 12 звуков одновременно, мне важно, интересно услышать красоту этого звучания. Или, наоборот, не красоту. I want to hear several chords, for example, chords consisting of 7 notes or 12 notes, and I want to check if it's beautifully sounding. И потом всегда, когда ты слышишь что-то в голове, хочется проверить на фортепиано. Правда ли это так звучит, как в моей голове? Of course, when I'm composing in my head, I want to check if it's sounding as good as I believe it to sound. Поэтому я люблю работать за фортепиано. And that's why I like working by the piano. Другое дело, чтобы работать эффективно за фортепиано, надо хорошо владеть ресурсами этого фортепиано. But to play, but to work by the piano efficiently, of course, you need to learn to play it. А для этого с детства надо много лет учиться владеть этими ресурсами. And that's why you need to learn to play the piano from your early childhood. Поэтому я всем рекомендую с детства начинать учиться играть на фортепиано. That's why I recommend everyone to start learning the piano from your childhood. И с детства сочинять музыку. And of course to compose music during your early years. И с детства учиться импровизировать на фортепиано. And to learn to improvise. Мне кажется, эти три вещи, а именно учиться играть на фортепиано, учиться сочинять пьесы для фортепиано и учиться импровизировать на фортепиано, это как три единства, которые должны стоять во главе изучения музыки. These are the three most important things: composing, improvising, and playing the piano. Так, next question. Следующий вопрос. Насколько надо композитору уметь играть на других инструментах, чтобы писать симфонические произведения? To what degree a composer should be able to play another instrument to compose symphonic works? Композитор может не уметь играть на других инструментах. A composer can not to be able to play other instruments. Но композитор должен знать возможности этих инструментов, для которых он пишет. But a composer should know the possibilities of the instruments. Например, он должен знать, какая нота может быть самая низкая у этого инструмента, какая нота может быть самая высокая. For example, he should know the lowest and the highest note of the instrument. А то, если ты этого не знаешь, ты можешь написать какую-то ноту, которую невозможно на этом инструменте исполнить. Or you can write a note which that instrument can't play. А также, конечно, если ты пишешь для какого-то инструмента, например, для скрипки. And for example, if you compose for a violin. Вы должны представлять, какими приемами скрипачи играют на скрипке. You should know how the violinist play. Да. И, например, там существуют приемы спиката. There is such a technique like spiccato. А приема спиккато нет на клавире. And the piano hasn't got that technique. И, соответственно, конечно, композитору желательно знать это, чтобы более полно выразить возможности того инструмента, для которого он пишет. And the composer should know it to use all the possibilities of the instrument. А также, например, возможность играть на скрипке несколько нот подряд. And the possibility to play several notes и together. И несколько нот одновременно. Together. Or several notes together. Вы знаете, что на скрипке можно играть хорошо только мелодию. You know that you play well only melody on the violin. Но тем не менее можно также использовать и одномоментно какие-то сочетания звуков. И это возможно, потому что у скрипки 4 струны. But all the same, you can use sound combinations. И Бах этим прекрасно пользовался. And Bach used it.
Да. И так далее. Поэтому мой ответ такой, что можно не обязательно играть на всех инструментах, но знать возможности этих инструментов композитору нужно. And my answer is, it is not necessary to play, but you should know the possibilities of all instruments. То есть я считаю, что достаточно хорошо владеть только фортепиано. I think that it's enough to be able to play the piano good. Но я именно рекомендую всем владеть фортепиано на хорошем уровне, то есть иметь хорошую подготовку игры. But I do recommend to have a good level of the piano playing. Так, следующий вопрос. Мы не затронули современную музыку, поэтому препарируете ли вы свой домашний рояль? Такой вопрос. Do you use the prepared piano at home? Я очень люблю мой домашний рояль, отвечаете. I love my home piano very much. Поэтому я его не препарирую. That's why I never modify it. I never prepare it. Да. Предпочитаю препарировать не другие инструменты. I prefer preparing other instruments. Not in my home. Еще какие вопросы? Так, следующий. Еще есть вопрос на английском. Пожалуйста. Bach barely wrote dynamics and tempo, but composers today tend to put markings about everything. What do you think about this? А на русский переведите вопрос. Bach почти не писал динамики и темповых указаний, да. Но композиторы сегодня пишут их везде. Да. This is a very important question for me. The music of Bach give to performances, to performers, many possibilities, a lot of possibilities to different way of playing, to different way of performance, different way, because no indication, forte or piano, slow or fast. This is good. For example, Glenn Gould, great performer of Bach, Glenn Gould, pianist, clavierist, and the play is another way, like most part another pianist. Not like most part of another pianist who play Bach. But this is genius, good genius. But good play every different way. But я думаю, что самое главное в музыке Баха играть ритмично. I think the most important thing in Bach music is to play it rhythmically. Хотя можно при этом играть и свободно. So you can play freely at the same time. Но если вы будете, например, ускорять или замедлять, то это будет не в стиле музыки Баха. But if you start to play faster or slower, it won't be in the style of Bach. А если вы будете также ритмично играть музыку Шопена, это будет совершенно не в стиле Шопена. But if you start to play Chopin with strict rhythm, it won't be his style. Или тем более музыку Дебюсси, если вы начнете играть ритмично музыку Дебюсси. The same with Debussy's music. То есть это абсолютно разные задачи, и каждая эпоха нам дает разные ключи к пониманию того или иного того или иного стиля, того или иного жанра. These are very different tasks, and every era gives us keys to understanding of this or that genre. Например, я пишу сейчас музыку для фортепиано, вот цикл 12 прелюдий. У меня довольно много динамических обозначений здесь. For example, I put a lot of dynamics indication in my cycle of 12 прелюдий. И я хотел бы, чтобы этих обозначений люди придерживались. And I would like people to follow them. Поэтому я считаю, что надо очень с большим уважением относиться к воле композитора. That's why I think we should respect the composer's will. И если современные композиторы пишут много указаний, то надо стараться их выполнять. And if the modern composers give us a lot of indications, we should try to follow them. Вот мой ответ. Какие произведения современных композиторов вы любите исполнять? What contemporary pieces do you like to play? В моем репертуаре не так много произведений современных композиторов, но, например, я играю концерт для фортепиано и струнных Альфреда Шнитке. I don't have a lot of contemporary pieces in my repertoire, but I play concerto for piano and strings by Альфред Шнитке. Я играл Чекону Софьи Губайдулиной. I have played Чекона by Софья Губайдулина. Мне очень нравится соната для фортепиано австралийского композитора Карла Вайна. I really like piano sonatas by Australian composer Carl Vine.
И я для меня самое главное, чтобы музыка была хорошая. For me, the most important thing in music is for it to be good. А хорошая музыка — это талантливая музыка. And a good music is the music that is written by a talented composer. То есть музыка с тональностью, имеющая тональность, может быть хорошая, может быть нехорошая. Music written in a certain key, tonal music, it can be good or it can be bad. Талантливая или не талантливая. It can be talented or not talented. То же самое, музыка, не имеющая тональности, может быть интересная и неинтересная. It's the same with a tonal music, which can be interesting and not interesting. То есть я считаю, что самое главное — это талант. I believe that the most important thing is the talent. А второе, номер два — это профессионализм, техника, мастерство. And the second thing is the professionalism. Потому что талант должен быть огранен, как алмаз. Алмаз — это талант, а огранить — это значит сделать его бриллиантом. Да? То есть он должен быть, его надо поместить в эту оправу. Да? The, you know, the talent, it's like a diamond. Да? And professionalism plus, like talent plus professionalism is brilliant, you know, different. Diamond and brilliant. It's very interesting. Еще, да. Еще один вопрос. Как возместить потерянное время, если владеешь фортепиано не так хорошо, как хотелось бы? Как осваивать инструмент? Как осваивать инструмент? Для того, чтобы освоить фортепиано, нужно время. To master the piano, one needs time. И большое желание. And a great wish. И терпение. And patience. Для этого надо... Во-первых, научиться играть любимые мелодии, которые вы любите. For that you need to learn how to play your favorite melodies. Чтобы поддерживать желание играть на рояле, вот играть ваши любимые мелодии. To keep your wish afloat. И плюс к этому играть какие-то упражнения технические для того, чтобы развивать пальцы. And plus to that you need to play technical exercises. Возможно, это вам не понравится. Maybe you won't like it. Но это необходимо. But it's necessary. Например, я рекомендую, у меня даже есть такая книга, можете показать, «Работа над техникой игры на фортепиано». For example, I recommend my book Working at the Technique of Playing the Piano. И там все написано, как научиться играть на рояле быстро. And I wrote everything about how to learn to play the piano. Упражнение, которое я очень люблю, написал Шарль Ганон, французский музыкант. My favorite exercises were written by Charles Ganon. Я сейчас вам French сыграю musician. Эти упражнения. Это первое упражнение. Второе упражнение. Далее. Их много, этих упражнений, но я рекомендую тем, кто хочет овладеть фортепиано, тоже играть эти упражнения. I recommend to play these exercises. А также, как это ни печально, надо играть гаммы и арпеджио. And you need to play scales and arpeggios. Например. Это гамма. That's a scale. А вот это арпеджио. That's an arpeggio. Короткое. Short. A short one. А вот это длинное. And that's a long one. Вот как-то так. That's the way to master the piano. На английском еще один вопрос. What do you think about Asian piano works, such as Mongolian piano works? Приведите, что вы думаете пожалуйста. О монгольской музыке и азиатской музыке? Ну, это чрезвычайно интересный пласт музыкальной культуры. That's a very interesting musical culture. И я считаю, что профессиональный композитор, безусловно, должен знать различные музыкальные культуры.
And a professional composer should know different musical cultures. Например, если ты пишешь, как бы носишь традиции европейской музыкальной культуры, европейской. If you are a European composer. Это очень интересно узнать. А как же развивается азиатская музыкальная культура? It's very interesting for you to know how the Asian culture works. Какие в ней особенности? What are the specific features of this music? Да. Например, чем отличается, что такое пентатоника, например? Вот. What is pentatonic? Ну и так далее. And so on. Да. Я с удовольствием изучаю то, чего я не знаю, в свободное время. I really like to learn something that I don't know during my free time. Еще вопрос? А что главное в музыкальном произведении? What is the main in a piece of music? Для меня в музыкальном произведении главная мелодия. For me, a melody is the main. Но не только мелодия. But not only a melody. Конечно, важно умение, как эта мелодия развивается и как это все складывается в форму этого произведения. Of course, the ability of a composer to develop a melody and to create a form is important. Или, например, можно взять какую-то мелодию, но по-разному ее гармонизовать. Or you can take a melody and harmonize it in different ways. И, соответственно, например, песенка про ёлочку, знаете? For example, a song about a fir tree. Это я сыграл самый простой вариант ёлочки с самой простой гармонией. That's the simplest variant of А, например, fir tree я могу song. Сыграть тот же вариант ёлочки, чуть-чуть по-другому гармонизовав её. That with different harmonies. И там мелодии везде одинаковые. The melody is the same. Но, может быть, второй вариант более интересный. But the second variant can be more interesting. Поэтому для меня на первом месте мелодия в произведении. For me, the melody is at the first place. Гармония, безусловно. Harmony, without doubt. И, собственно, как из этого образуется форма произведения. And how the form is constructed from that. Вот такой ответ. Тут два вопроса, они прям похожи очень. Ограничивает ли техническая способность композитора со своим инструментом процесс сочинения? И другой такой же вопрос, не мешают ли уникальные возможности рояля, не сковывают ли они творческое мышление молодого композитора сегодня? Нет, вы знаете, не сковывают. Не сковывают. Это как раз, ну, понять это можно, только начав изучать этот предмет. Понять, понимаете, потому что аргумент, что я не хочу играть на инструменте, потому что это меня будет сковывать, это инструмент, не выдерживающий профессиональной критики, на мой взгляд. Скажите, переведите. The question was, do you think that the possibilities of the piano can interfere with the composer's work? And the answer is no. Of course, that's an argument. Не могли бы повторить, пожалуйста? I can translate, okay. For example, I very big creator in my head, and I create black square of Malevich, черный квадрат. Да? But I can't repeat Leonardo da Vinci. I can't do it because I No, it's too difficult for me, for example, to make how Leonardo da Vinci make, or Raphael, or Michelangelo Buonarroti. How is possible? И я предпочитаю, чтобы композитор овладел мастерством и понял, как сочинял Бах, как сочинял Брамс, как сочинял Малер, как сочинял Шостакович. И после этого ему будет легче сочинять музыку свою. Если он хочет выразить себя, но считает, что этот груз
будет на него давить, и он не сможет выразить что-то свое гениальное, да, то мне кажется, что это путь в тупик. I believe that you should master the piano first, and you should learn how the composers of the past played it. For example, Bach, Mozart, Shostakovich, Mahler, Brahms, and then it would be easier for you to compose your own music. Это мой ответ. That's my answer. Еще есть вопрос. Вы считаете, что все мелодии уже придуманы? Нет, и если бы я так считал, я бы сам не писал музыку. Do you consider that all the melodies has been composed already? And my answer is no, because if I think so, I wouldn't compose music myself. Я считаю, что здесь у меня много новых мелодий интересных. I think that there are a lot of new interesting melodies. Так. Еще на английском вопрос. What is the difficulty of transferring piano piece to orchestral work for you, and what do you recommend? Вот когда вы оркеструете фортепианную пьесу, какие сложности и что вы рекомендуете? Нет, но оркестровка это профессия. Это как бы одно дело, ты сочиняешь музыку, а чтобы ее оркестровать, надо знать секреты профессии оркестровки. Orchestration is another skill. И надо этому учиться отдельно. And you should learn it. Well, you can compose music for piano, but orchestration is just another profession. Потому что вы должны представлять, как звучат сочетания инструментов. Как вместе звучит, например, первые и вторые скрипки. Очень хорошо звучат. You should be able to imagine how the first violins, for example, and the second violins sound together. Well, they sound very good. А как звучит, например, первая скрипка и фагот вместе? You should be able to imagine how the violin and the bassoon sound together. Или как звучит фагот и флейта вместе? Or the bassoon and the flute. Да. И короче говоря, каждое сочетание инструмента меняет краску и меняет характер. In short, every instrument changes the color and the character of the piece. Если, например, вы добавляете ударные инструменты, меняется характер? If you add percussion, of course, the character changes. Конечно. И вы должны понимать вот все эти изменения. Поэтому этому учат в музыкальных школах, музыкальных вузах специально. Предмет называется оркестровка. You should understand those changes, and there's a specific subject related to all this, and this is called orchestration. А поэтому для того, чтобы оркестрировать произведение, недостаточно только владеть роялем. In order to orchestrate a piece, that's not enough to just master the piano. Следующий вопрос. Как вы относитесь к онлайн-обучению музыке? К онлайн-обучению музыки я отношусь отрицательно. What's your attitude to online education? Значит, я отношусь it's a negative к этому. One. Но. But. Как мы сейчас поняли, мы сейчас живем в эпоху, as we've now understood, we live когда, in the era, возможно, онлайн-обучение — единственный возможный путь обучения. When maybe the online education is the only one way of education. Поэтому необходимо иметь строгую методику обучения онлайн по всем дисциплинам. That's why we need a strict methodology of online teaching in all subjects. Поэтому, несмотря на то, что я лично отношусь негативно к этому, That's why, notwithstanding my personal attitude to be negative one, я сам с удовольствием буду разрабатывать эту методику лично. I'll develop that methodology with pleasure. Чтобы сделать онлайн-обучение наиболее удобным для моих учеников. To make online education most comfortable for my students. Где купить ваши ноты и книги? Where to buy your sheet music and your books? Ну, это надо лучше писать мне об этом в Facebook. Facebook на моей странице. Я отвечу персонально. I will answer personally. Write me in Facebook, in my main page in Facebook. Юрий Богданов. Как долго вы сочиняете музыку? How long does it take you to compose music? Я начал, как я уже говорил, я начал сочинять музыку с 4-5 лет. As I already said, I started to compose music when I was 4. No, or 5, да? Мне кажется, что вопрос скорее как
произведение написать, вот сколько у вас это занимает? Это очень по-разному. По-разному. Very differently. Это зависит от произведения. Depends on a composition. Одно дело написать, например, вот даже вот для фортепиано цикл прелюдий, что и довольно сложные произведения сложные, и это может занять несколько месяцев, да? To compose a piano cycle can take Другое дело написать months. Детский альбом, пьески для детей. Пьески для детей, и это может занять несколько дней. And to compose a children album can take several days. Да. Children pieces. Да. Так. Да, вот. Хотелось бы послушать ваше собственное произведение для фортепиано. Можно на выбор любимое и последнее. Фрагмент, конечно. Ну, то есть вы уже наиграли, но тут просят ваше любимое. Ну, я могу сыграть что... Нет, я просто могу что-то короткое сыграть из детского альбома, например. Ну, именно короткое, да? Это называется гавот в старинном стиле. Зайчики. Rabbits. Gavotte in retro style. It's a piece from my new children books. The piece, a short piece, says Bunny Rabbits. It's a gavotte in old style. For children, of course, for children. It's I believe that children must play this piece. Вопрос. Скажите, может ли пианист в 15 лет начать заниматься дирижерским искусством? Как начать этим заниматься, учитывая, что в той же самой ЦМШ такой специальности нет? Конечно, может, и нужно заниматься. И нужно заниматься. А то, что нет ЦМШ, ну, можно в консерваторию походить. В Московскую консерваторию никто вас оттуда не выгонит. И существует. Вот вчера, например, у нас давал мастер-класс новой классики прекрасный дирижер Филипп Чижевский. Да? И вообще, я советую с таким вопросом, звоните в фонд «Новой классики». Мы вам обязательно поможем. Of course, a pianist can start studying conducting, and you can go to Moscow Conservatory to lectures, and you can call to New Classic Foundations, and we'll help you. Да, я являюсь художественным руководителем фонда «Новой классики». I'm the artistic director of the New Classical Foundation. Так, еще вопрос. Насколько композитор должен быть хорош в теории музыки? Should a composer be good at theory of music? Ну, мое мнение, что теория музыки все-таки помогает, а не мешает. My opinion is that theory of music helps a composer rather than hinder him. Вот если мы возьмем очень интересный пример, Рахманинов и Скрябин. For example, Rachmaninoff and Scriabin. Рахманинов и Скрябин учились вместе. They studied together. Они были оба прекрасные пианисты. They were both good pianists. Учились по фортепиано у Зверева. They have studied with Zverev. А потом мы учились в консерватории вместе Оренского, у Антония Оренского. And then they have studied at the conservatory together with Anton Arensky. Оренский преподавал контрапункт. Оренский also taught counterpoint. Да, и Рахманинов прекрасно успевал. And Rachmaninoff was very good at it. А Скрябин очень плохо. But Scriabin was very bad at it. И Скрябин не получил золотую медаль как композитор. And Scriabin didn't earn a golden medal as a composer. А Рахманинов получил золотую медаль. But Rachmaninoff earned it. Но оба, и Рахманинов, и Скрябин, оба гении. Оба. But both Rachmaninoff and Scriabin are genius. Рахманинов знал теорию лучше, чем Скрябин. Rachmaninoff knew the theory of music better than Scriabin. Но это не помешало Скрябину создать свой новый стиль музыки. But it didn't hinder Scriabin to create his own style of music. Поэтому мой ответ, что теорию желательно знать хорошо, но это не определяет талант композитора.
My answer that you should know the you should be good at theory of music, but that's not the only thing. А если, например, вы считаете, что ваше произведение должно быть написано обязательно параллельными квинтами? If you think that your piece should be written in parallel fifths. Но именно эти параллельные квинты выражают образ вашего произведения. But if those parallel fifths carry the image of your piece, значит, вы должны писать параллельными квинтами. Then you should write with those parallel fifths. И забыть о том, что вам говорили на теории. And you should forget all the rules that you have learned during the theory classes. Как пример. As an example. Так, еще есть вопрос? У нас есть еще время? Is learning piano necessary in order to become a conductor? Необходимо ли изучать фортепиано, чтобы стать дирижером? Но это помогает. Я не могу сказать, что это it's not obligatory, not obligatory, but it's quite needed, quite necessary, quite necessary. Бывает ли у вас апатия, когда вы сочиняете музыку, и если бывает, то как вы из нее выходите? У меня даже бывает апатия просто в жизни, не просто в музыке. Как у всех бывает и апатии. А как, чтобы выйти из апатии, помогает работа. Например, заставить себя что-то делать, хотя очень не хочется. Вот, например, Чайковский заставлял себя сочинять музыку, хотя не хотел иногда. И он знал, что ему надо сочинять, и он таким образом выходил из состояния нехотения. Поэтому, если, например, мне ничего не хочется, я думаю, ну-ка сяду-ка я за рояль вот сейчас. Вот сяду я сейчас за рояль, и вот... И думаешь, какой-нибудь представлю, что какая-нибудь мечта какая-нибудь вот у меня, да? И вот я, например, возьму какой-нибудь аккорд. Начинаю выходить из апатии, как только я слышу изменение гармонии. So the question was how do you deal with apathy? And my answer is, of course, I have apathy not only as a composer, but as a person. And for me, the best way to deal with apathy is to work. And for example, Чайковский, whenever he had an apathy, he just composed music. And I, when I have such difficult times, I go to piano and I start playing it. А еще я советую всем влюбляться. And of course, I recommend everyone falling in love. Тогда вы забудете об апатии и будете творить на другом каком-то эмоциональном подъеме. Then you will forget the apathy and you will create beautiful music, beautiful emotional music. Я думаю, что время у нас как бы уже подошло к концу, поэтому I would like to say thank you to everybody who watch this short lecture and wish to everybody good health, хорошего здоровья всем пожелать хочу. In our time it's most important, самое главное сейчас это здоровье. Ну, любить, творить и учиться играть на фортепиано. Мои дорогие коллеги, my dear friends, my dear composers, да? To love, create and learn how to play the piano, my dear friends. Thank you so much for everybody, to everybody and see you soon, I hope. Юрий Bye-bye. Александрович, большое вам спасибо. Это была очень приятная беседа. И большое спасибо также нашим зрителям, которые были сегодня с нами из разных уголков мира. И до встречи завтра на следующем нашем мастер-классе. Юрий, thank you so much for coming to our meeting. It was very pleasant to talk to you. And thanks so much to our active viewers, who are watching us today from different places of our planet. And see you soon tomorrow at the next masterclass. Thank you very much. Спасибо. До свидания.